Хэй, ребята, всем привет, с вами по-прежнему Хантер. И сегодня, ребятки, мы с вами пойдем в соло-стандартные матчи. Да, давненько на канале их не было, и я решил, что надо бы записать. Ну, в принципе, мне в них играть нравится, и у нас уже с вами неплохое звание такое здесь сформировалось. Аж третий дивизион Shooting Star. Конечно, не предел, но в принципе неплохо. Ну, как всегда, ребятки, я желаю приятного аппетита тем, кто кушает. Ну, а мы с вами отправляемся в соло-стандарт на замечательную вот такую вот Масаму. Поехали! Итак, ребята, вот и наш матч, ранкет. И сейчас мы будем концентрироваться и стараться только побеждать. Здесь, ребята, не до разговоров, да. Так. А, здесь интересно, 50-50 получился. И я уже думал, будет редирект, но нет, и хорошо. Итак, поехали за бустом. Надо начинать атаку. Но, блин, я уже сейчас представляю, как тут будет потно, интенсивно. Отлично, неплохой блок получился, и можно забивать. И да, все-таки залетело. Ничего, что застерил мне. Это не важно. Спасибо, nice one. И, в принципе, главное, что мы с вами открываем счет. Неплохо. Давненько я не начинал в соло-стандарте. Он там пытается извиниться, но я еще раз повторю, что мне не важно. Главное, что мы забили гол. Что-то я там начинал. А, не помню, говорю, когда я в стандарте последний раз первый забивал гол. И потому что всегда стараюсь играть от обороны, но тут неплохой блок был, и в принципе контратака позволяла это сделать, чем я и воспользовался. Ну а сейчас продолжим. Ой-ой-ой. Неплохой пас. Great pass, да-да-да. Ну, кстати, это было неплохо. Давайте. Он сначала так прокинул, интересно, а потом еще и меня перебросил. Ну, красивенько парень сделал. Неплохо, неплохо. Так, ребята, надо собраться и побеждать. 1-1 у нас всего лишь. Это еще ни о чем не говорит. Все может поменяться. Блин, тут удар будет. Неплохой пинч удар. Так, здесь будет стейк. Окей. Мне надо взять этот буст. Хорошо. Здесь не было смысла делать хелфлип, потому что он был бы тут неуместен. Ой-ой-ой, вот это была опасная передача, если честно. Я уж думал, что она сейчас завершится голом, но, к счастью, для нас нет. Это пас нашим соперникам, хорошо. И такое, друзья, бывает. Ой-ой-ой, очередной пас. Слишком мы много прямо одариваем их пасами. Это мне не нравится. Отлично, я первый. На мяче, хорошо. Это будет, скорее всего, вынос, конечно. Это вам не с челленджер ранги. Хотя после такого я, пожалуй, сберу свои слова назад. Окей. Все ошибаются, друзья. Ну, кроме этого, я ничего не могу сказать. It's not my best match story. Вот это. No problem. Пока что все идет более чем хорошо. 2-1 счет. Все меня устраивает. И надо продолжать забивать. Вот единственное, чего я хочу. Чтобы выиграть. Итак, тут какой-то странный был. Так, хорошо. Ой-ой-ой, он был первее. Ну, ладненько. Почему-то второй чувак вообще был где-то там. Я не ожидал, что я буду тут один-одинёшенник, и мы пропустили. Ну, ладно. Еще целых 3 минуты. К сожалению, здесь не повезло. Я думал, они одновременно приедут. Ничего. Ой-ой-ой, вот это опасно. На самом деле, мы сейчас отскакиваем, ребята. Как мне кажется, команда соперников играет намного лучше. И, скорее всего, это и приведет их к победе. Так. Здесь вот такой вот интересный, казалось бы, проход, но его легко блокируют вдвоем наши оппоненты. Так. И вот это вот неплохой удар. Ну как же он его блочит и сейвит ворота тем самым. Очень хорошо действует оппонент.
начинаем новую атаку, но, конечно же, я уверен, что... Что? Я только хотел сказать, я практически уверен, что этот удар засейвают и... Ой, боже мой, вот это, конечно, было эпично. Ну ладно, 3-2. Я забил 2 гола, у меня 3 удара, отлично, я не против такого развития событий. И здесь вот так вот мы действуем, хороший отскок, и я даю пас, но, блин, это скорее похоже на удар в наши ворота. Ну ничего, и такое бывает. Ух, боже мой, как это было страшно и... Ой, да ладно! Вот это эпик, друзья, я был практически уверен, что это залетит, но то ли благодаря тому чуваку, который пытался заредиректить, то ли... Просто оно летело мимо, но вот нам повезло. В очередной раз уже, как мне кажется. Так. И здесь, казалось бы, надо делать просто контратаку, но наши ребята были, видимо, в воротах и не смогли ничего предпринять. И вот такой вот пауэршот. В принципе, неплохо, но бесполезно, друзья. Буду стараться их ловить на том, что они будут часто бить по воротам, чтобы от ворот начинать новые атаки. Так, это было неплохо. Что-то наши тут тиммейты так спокойно катаются на чужой половине поля. А кто будет тут защищать-то? Так, ладно. Блин, хотел заблочить, но как всегда не... О, боже. Да ладно, будем считать, что я этого не видел. Со всеми бывает. Вот это неплохой блок. Но, конечно же, оппонент первей будет на мяче. Так, боже мой, вы серьезно? Вы еще в свои ворота забейте. Это, конечно, максимально странно было. И какой же хороший. Боже, как мы отскакиваем! Вы еще забейте, охренеть! Просто, ребята, за 14 секунд до конца уже, казалось бы, мы сейчас пропустим третий, боже, гол, и у нас будет равный счет, но... Они обстукивают все, просто все штанги. И вот такой вот поворот событий, ребят. Я не знаю, как комментировать эту ситуацию. Мне адски везет. Нам адски везет. И повышает меня до 4-го дивизиона. Отлично, друзья. Лучше просто финала и придумать нельзя было. Ну что ж, давайте погнали в следующий матч. Итак, а вот и наш второй матч. И надеюсь, что на этот раз... Все не будет настолько упорото и запутано. И мы либо как-нибудь хорошо прям победим, либо будем пытаться все-таки противостоять мощному сопернику. Здесь неплохой пас, казалось бы, но нет. Нет. Немножечко пересохло в горле, ребята. Ой-ой-ой, вот это, мне кажется, было максимально зря. Поэтому отличный челлендж. Так, ну, опа, это пас назад, но здесь челлендж, и, ай-яй-яй, я думал, сейчас буду редиректить, но нет, мой тиммейт ударил впервые, в принципе, неплохая попытка, потому что удар все равно получился мощным, и вот так им вот образом мы мячик, ой-ой-ой, хотел ударить, но не сегодня, и это, кажется, гол, нет, отличный сейв. Можно было бы сказать nice one, но мне сейчас не до этого. Я пытался отдать пас, но чуть-чуть мне не повезло. Лучше не полечу. Понял, что надо тиммейту мячик оставить. Ой-ой-ой. Какое неудачное приземление. Ой, ну прям на него повел. Естественно, он это заблочит. Блок. Это похоже на пас больше. Вариант. Так, 2 минуты уже позади. Офигеть, как быстро все идет. Надо забивать, друзья, надо забивать. Ух ты. Спасибо, отлично, это было хорошо. Сейчас игра уже намного увереннее с обоих сторон идет, чем в прошлом матче. Блин, здесь чувак вроде летит. Я не стал ему мешать, и в итоге... Это было... Получилось что-то типа фейка. Отлично, можно делать в открытые ворота, но нет. Что-то не получилось, не срослось. И опять меня бампят уже второй раз подряд.
Так, сейчас будет мощный удар. Ой-ой-ой. Опасно, опасно, друзья. Просто выходим в атаку. Неплохой блок, но не очень удачный. Так, нужно оставаться в дефе. Нужно оставаться, чтобы не пропустить какую-то липу. Так. Будет удар. Неплохой блок. Здесь просто от сеночки. И вот таким вот коварным ударом мы передаем вроде бы пас, но нет. Не получилось. Отлично. Здесь будет опять-таки пауэршот. Надо возвращаться. Отлично, сейвинг. Хорошо. Это было сейчас вообще обязательное действие с моей стороны. Хорошо. Надо взять буст. И вроде бы только что была атака, а уже возвращаемся в оборону. Ой-ой-ой, вот тут очень опасно. Надо, чтобы кто-нибудь это выбил. И я вот таким вот образом продолжу блок. Фейкэрил получился в итоге. Ой-ой-ой, надо первым, чтобы ударили. Отлично. Так, опять у меня нет буста. Блин, хотел заблочить, но да. К сожалению, он меня перекидывает, и это заканчивается трагическими последствиями. Ну, он хорошо сыграл. Остается всего лишь 1,5 минуты, и я надеюсь, что мы все-таки что-нибудь придумаем. Это был отличный фейк с их стороны, и, скорее всего, это гол, но нет. Отличный сейв тиммейта приводит к тому, что мы пока живем. Но меня тем временем застали за слоу-дриблом и задемолишили. Так, отлично. И тут, казалось бы, надо бы уже просто забить, но нет. Скорее всего, это будет гол нашего ворота. Или наш тиммейт успевает. Хорошо. Есть еще шанс. Вот это было просто... Я не понимаю, зачем это было сделано. Ну ладно. Очередное столкновение. Неплохо очень играют. Очень интенсивно играет команда соперников. И отлично. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Можно было бы красиво завершать. Ой-ой-ой, ребятушки, как же хочется победить, но с такими темпами не очень-то у нас и получится это сделать. Боже, как же это было близко. Просто дайте нам начать атаку и задавить вас. Нет, друзья, это слишком хардово. Вот таким вот образом отправляем мяч подальше и... Сейчас надо было попадать, конечно, по мячу, но уже теперь вряд ли мы что-то успеем сделать. Хотя, да, пропустить гол мы успеем, конечно, всегда успеем пропустить гол. Ну ладно, ребята, что ж, сдаваться так сдаваться, все равно за 8 секунд мы уже не успеем забить 2 гола. Но наш тиммейт так не думает. Вдруг он прав окажется, давайте посмотрим. Так. 6, 5, 4... Ай, да что ж такое. Ну вот, в принципе, чуть не завершилось еще одним пропущенным голом. Ну что ж, такая серия получилась. Вроде ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда. Вроде как поднялись, но сейчас, скорее всего, понизят. Да, так и есть, друзья. Остаемся на 3-м дивизионе Shooting Star. Но стоит отметить, что против нас играли All Star. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо огромное за то, что посмотрели, и обязательно поддерживайте меня лайком, ведь именно это служит, ну, скажем так, напоминанием вами мне того, что вам понравилось и что вы хотите больше видеть таких видео. Ну что ж, друзья, всем пока!